Трещины и неровности на дорогах Мирного за несколько минут выравнивают с помощью горячей асфальтобетонной смеси. Ямы разного диаметра после зимы появились на каждой дороге города. Чтобы уменьшить количество опасных ловушек для автомобилистов, МУАТ ремонтируют с начала лета, пока позволяет погода. Так, по городу у нас основные дороги все отремонтированы. В данный момент у нас остается Комсомольская и 19-й квартал. Материал, все у нас все свое. Завод, сколько заказываем, столько нам отправляют. По плану дорожникам предстоит отремонтировать 700 квадратных метров асфальтового покрытия городских дорог и в два раза больше, примерно 10 километров республиканской дороги. Это улицы Верхнего поселка, Вилюйское кольцо, шоссе Кирова и выезд в сторону Чернышевского до Ромашовки. Во время ремонта движение на дорогах останавливать не будут.